Валентин Іванович, ви один з організаторів, один із засновників Федерації греко-римської боротьби в Полтавській області. Ви тренер з багаторічним стажем, майже 40 років. Ви один із авторів книги про історію боротьби. Тобто ви про боротьбу знаєте все. На ваш погляд, чим один вид боротьби відрізняється від іншого виду боротьби в плані такого світогляду, в плані філософії? Ну, я б так сказав, що боротьба – це вид спорту, в общем, це що касається олімпійських видів єдиноборства, греко-римської, вольної і дзюдо. Цілі і задачі – це формування, в першу чергу, лічності чоловіка, мужських качеств, уверенності в собі, в принципі, тих качеств, які потрібні в житті кожному мужчину. А що стосується окремих видів спорту, вони отличаються по правилам і прийомам, в принципі, підготовки спортсменів. Іменно греко-римська боротьба – одна із самих древніх видів єдиноборства. І перші Олімпійські ігри проходили по греко-римській боротьбі. Вона несла названня «циркова боротьба», «французька боротьба», «циркова боротьба», «класична боротьба». В даний момент вона називається греко-римська. Ну, який сенс розділяти різні види боротьби на правила? От чому не зробити одну універсальну боротьбу? Значить, в чому сенс? Зараз якраз ці види єдиноборства, вони входять в одну, зараз UFC. Це проводять, бої, скажем, без правил, которые входят в все виды единоборства и борьба, в том числе и вольная, и греко-римская, и дзюдо, самбо, и восточные виды единоборства. Но поскольку у нас, чтобы охватить как можно больше детей, и, скажем так, уже входят в олимпийские виды, эти три вида спорта основные, это греко-римское, вольное и дзюдо. Поэтому я считаю, у каждого есть свой выбор, и каждому нравится тот вид спорта, который ему больше подходит. Ну вот такая философия. Например, если бокс, тоже, такой же вид единоборства, там людина бьет іншу людину в обличчя. Тобто це одна філософія. Ударна техніка. Виходить, якщо є якийсь конфлікт, то ти маєш проявляти себе, викидаючи руки вперед. А боротьба тут начебто більше філософський такий підхід. Тим паче греко-римська боротьба. Як от з цієї точки зору? Якщо людина знаходиться в такій ситуації, що треба постояти за себе, то, естественно, он должен постоять за себя. Мы как раз и учим ребят не применять силу просто так. Спортсмен, он уже отличается от неспортсмена. Он и несет ответственность, и, скажем, наказание у него жестче, если он применил свою силу просто так. Но а в необходимости он же должен защитить слабого, защитить себя от каких-то посягаемостей на его жизнь, на его здоровье. То почему не применить те качества, те знания, которые у него есть. Но с таким расчетом, чтобы не искалечить же человека тоже. Но мы учим ребят. Мы учим ребят в первую очередь, чтобы они как можно больше умели сглаживать ситуацию, не развивать конфликт, а наоборот мирно, дружелюбно выйти с любой ситуации, скажем, даже самой такой напряженной. Если уже деваться некуда,
спортсмен должен себя посмотреть. Что ж, если борцу так какие-то непонятно кто даст по морде, и тот развернется и уйдет. Это то, что называется, а наш бронепоезд стоит на запасном пути. Да. Ну, скажем, в первую очередь, мужчина – это защитник своей родины, защитник своего государства, своей земли. Ну, это... тут уже, я так розумію, ну, немає різниці, яка там філософія в якомусь виді боротьби. В одних видах одні правила, в інших другі. Однаково воно дух, скрізь оцей дух, про який ви сказали, що готуєш свій бронепоїзд, але конфлікти ти уникаєш. Совершенно верно. Ведь человек, мы учим ребят не только применять силу, но и думать, и мыслить, уважать соперника, умея проигрывать и выигрывать. То есть вот эти качества, они нужны в жизни каждому человеку, чтобы он не разочаровался. Все время гладко не может быть, все время не может быть хорошо. Ну, то есть вот эти качества, они просто воспитывают в дальнейшем мужчину, который будет идти по жизни и встречаться с различными трудностями. Ну, это світогляд через тело, скажем так. Тому що можна всякі моралі там в школі читають моралі, потрібно там те-то робити. А тут моралі все через пот, через кров, через мишці. Ти постигаєш це на рівні мишечної пам'яті якоїсь. Тут совершенно воспитання не то, которое в школі, і навіть вдома. Тут совсем другое воспитання. Тут ти виходиш на поєдинок, виходиш на ковер. И доказываешь соперникам, ну, по правилам, естественно, кто сильнее. И применяешь не только силу, но и знания, и мыслишь мгновенно. За тебя никто эти проблемы не решит. Вот это как раз то, что нужно мужчине. Это то, что нужно парню. Это воспитание личности, воспитание... человека, который достойно будет идти по жизни, естественно, на него больше внимания будут обращать, на такого человека. Ну от боротьба, це ж фізичний вплив на іншу людину, от фізичний вплив. І цей фізичний вплив можна застосувати там в, якби, в позитивному ключі, а можна і в негативному ключі. Совершенно. Є якась лінійка, якою виміряти, що морально, а що не морально. Як от в боротьбі є такий от кодекс правил честі, що робити можна, а що не можна. Ну, во-первых, я ж ще раз говорю, коли чоловік прийшов в секцію і займається, то він вже сильніше інших, вже він веде по-другому себе. Но мы рассказываем, объясняем, но есть такие моменты, что вилка, которую человек кушает, и этой же вилкой можно принести урон человеку другому. То есть уметь пользоваться, уметь сдерживать свои эмоции, понимать, что с тебя будут требовать больше, чем с другого, если ты кого-то искалечил, просто так. Вот. То есть ты должен силу свою применять на ковре, максимально. Когда выходят равные соперники, вот тогда надо показать, кто сильнее, кто больше тренируется, кто больше работает над техникой, работает над физическими своими кондициями, устраняет свои недостатки. Вот. Ну, однако же есть такие люди, которые використовуються с неблаговидною метою. Ну, є якийсь фільтр взагалі, який відсікає таку взагалі поведінку чи людей? Як правило, ребята, які займаються довго боротьбою, у них вот эти все качества, они плохие, они уходят. Они, плохой человек тут долго не задержится, потому что сама атмосфера, та, которую мы создаем, уважать друг друга, трудиться в первую очередь, слушать старших, уважать младших, она впитывает, и человек становится лучше. Вот наша задача сделать его лучше. Если он лучше не будет, он просто не уживется в таком коллективе. Он все равно куда-то уденется, куда-то уйдет.
Вот. Бытие, бывают такие моменты в жизни. Пришел, попробовал, ушел. Не понравилось. Потому что тут надо трудиться в первую очередь. Тут надо слушаться. Вот нету такого, что хочу делаю, хочу не делаю. Надо делать. Тренировка, значит, пришел, работаю. Трудись, ну, до пота. Як правило ж, борьбою займаються діти, школярі. От вони прозаймались там кілька років, все. Потім вони виходять в доросле життя, боротьбу вони закидають, вони займаються там дорослими справами. От, виходячи з вашого досвіду, ви наблюдаєте в подальшому житті у них якісь риси характеру, які для всіх борців універсальні. Тобто щось єдине, всі вони набувають. А вони, борці, це, говорять, борці, це зовсім трошки інші люди, це нація. Тому що то, що вони проходять в дитинстві, дає великий відпечаток в житті. Вот они отличаются, они, ребята, быстрее дружат, они больше дружат между собой, вот, больше общаются дальше по жизни. Вот. Они, ну скажем, у них совсем другое мировоззрение, они по-другому смотрят. Потому что они приучены к труду, они приучены к коллективизму, они приучены к уважению к старшим. Вот. Они, конечно, отличаются. И когда ты разговариваешь, чувствуешь сразу, кто тренировался, кто не тренировался. А им, конечно, в жизни эти качества нужны, всю жизнь нужны. Вы можете и самое главное, что если человек дальше тренируется, и я объяснял ребятам, они продлевают свою жизнь. То есть спорт... Это и есть трудолюбие, секрет долгожительства человека. Человек, который не пьет, у нас ребята не пьют, не курят, не употребляют вредные привычки, какие-то там наркотики, амфетамины, и все это сейчас заполонило так, что, честно говоря, надо залы строить, надо побольше таких, чтобы было залы, чтобы дети приходили, тренировались, они потом их спасали. И вряд ли потом кто что-то сделает. Страдают родители, ничего не могут сделать. И государство вкладывает бешеные деньги в это все, а ребенок пропадает на глазах. Вот он надо немедленно приводить в секцию, немедленно контролировать, знать, с кем, спрашивать и знать, с кем он дружит, знать, чем он занимается. Не сидел, чтобы там возле компьютера сутками и ел там блинчики, варенье, потом набрал вес. И смотришь, ему потом стыдно и на улицу выходить самому. А приводили, батьки приводили, не мама, бабушка, а отец, чтобы брал за руку и проводил. Ну ничего страшного, если и мама приведет, бабушка. Но надо обязательно, чтобы ребенок был под контролем. Обязательно, чтобы приходил в секцию. Обязательно, чтобы занимался. Ну, а багато дітей, які покинули школу, вийшли в доросле життя, чи багато з них продовжує боротьбою займатися? Ну, как правило, сейчас жизнь такая, что все хлопцы стараются заработать деньги. Mm-hmm. Профессионально в спорте единицы, кто остается, и у нас таких мало. То есть ребята дальше учатся, дальше выбирают себе профессию. А сейчас, пожалуйста, едем в Европу. Сейчас ближний, вот, куда поехал, в Эстонию, куда угодно, и уже он зарабатывает больше, чем в Украине. То есть сейчас все нацеливают на то, чтобы где-то заработать и свое будущее как-то распределить, чтобы он мог и жениться, обуться, одеться, семью создать. Смотрят уже как-то больше в материальную сторону. За вашими спостереженнями, діти, які займались боротьбою, вони несуть оцей заряд протягом всього життя? Чи воно десь зникає? Ну, вони несуть, звісно. Но зникает тоді, когда, исчезает тогда, когда он начинает пить, курить, и идет в разнос человек. Но это же очень легко человека, ну как, не легко, но какие жизненные обстоятельства, кто как сможет совладеть. Одни от каких-то
скажем, не гораздо в каких-то... Но, как правило, спортсмен, он, ну, должен преодолевать любые трудности. И не идти где-то с горя чарку пить, а пришел в зал потренироваться. Вот. И все это проходит. Через пот, через занятия, через труд. Если человек чем-то занят, он не будет идти пить, там, курить, ему некогда. Вот. А кто, в основном, разные случаи есть, правильно? Ну, от ви кажете, що просто немає от часу займатися. Кожен займається своїми сім'ями, там, чи заробити. Ну, вони працюють і фізично, ребята. Многі вдома займаються гантельки, какая-то перекладинка, резина, упори лежа отжимаются. Иногда приходят в зал, можно позаниматься, то пожалуйста, ради Бога. У нас ветераны тренируются и дальше борются и на чемпионатах Украины, и Европы, и мира. Есть такие. А важливо займати якісь там перші місця, тобто досягати якихось вершин? Чи це взагалі не настільки важливо, важливо просто займатися? Ні, в секції в нашій, в любой секції, ми відбираємо талантливих ребят, стараємося їм більше, как бы с ними больше работать. Ну, приходят же и ребята слабенькие, куда, его же тоже надо взять. Сейчас таких отобрать всех здоровых, сильных, сейчас дети очень слабые. Очень слабые. От досягнення результату. Они едят, и чем они дышат, и образ жизни, они 90% все слабенькие. Приходят слабые, приходят сильных таких, талантливых, практически их нету, мало. Вот. То есть работаем со всеми. И с сильных, то есть талантливых, нацеливаем на то, чтобы дальше принимали участие в соревнованиях и занимали места. Это важно. Это главное в секции нашей. Ну, тобто рекорди важливі, да? Вони обязательно. Без цього не є. На них равняются другие. Это как пример. Вот. Ну, власне, якщо не буде рекордів, то це виходить, це просто група здоров'я, да? Ну, це да, так, для, конечно, для себе конечно, позайматись там, конечно. Щось там. Ну, это так, поігрались. А, ну, просто наружок, інший, тех, інший, которые да. должны быть, их нету. Це так, ну, у нас, мы стараемся, чтобы ребята получали нагрузку, чтобы ребята получали что-то после каждого занятия. Ну, скільки потрібно займатись, от дитині, наприклад? 13-15 років. Ну, такі ребята вже кожен день тренуються. Кожен день. У них кожен день. По скільки годин? Особливо 15 років. 13 ще можна 4 рази в неділю, а 15, ну, 2,5 часа, 2-3 часа. Отак, ну, це ж перевантаження організму. Ні, не перевантаження, ні. Ніякого перевантаження немає. Якщо мальчик займається 5-6 років, він втягується. А, ну, он справа привички. Конечно, он же постепенно входит в нагрузки, входит в режим. Вот. Если ребенок вовремя ложится спать, если он правильно питается, условия жизни нормальные, вот, он получает организм все, что надо, он восстанавливается. От з того, що ви розказали, в мене вимальовується така картина, що формується орден, от як, знаєте, орден, там, ордена є. Формується орден, такий, спільнота хлопців, які потім йдуть по життю і несуть оцю філософію з собою. Чому я спитав за рекорди, то якщо з точки зору того, що формується оцей орден, то рекорди не так вже й важливі. Важлива взагалі оця мережа підготовлених людей, які живуть по цим принципам, які закладені тут. Да. Ну, я же говорю, ребята в жизни здесь, для жизни, получают самое главное. Это уверенность, это трудолюбие, это качество, смелость. Ну, все качества, которые нужны в жизни настоящему мужчине. Они отсюда черпают все. Вот. Потом по жизни, ну, кто-то стал мастером спорта, а кто-то пошел дальше, стал врачом хорошим, дальнейшим, понимаете? Вот. Кто-то
не стал мастером спорта, но стал военнослужащим. Вот. Дальше приносит пользу государству. Вот. Кто-то стал хорошим специалистом в другой отрасли. Но те качества, которые он приобрел, они ему нужны. И дальше он идет по жизни с этими. Он не забывает. Они приходят в зал, они сразу чувствуют, ну, вот свое. Вот это то, что их родное. Во-первых, в памяти у ребят остается, ну, с возрастом человек, ну, работа, дом, дом. А у них в памяти остается очень хорошо. Дружба, поездки на соревнования, общение, различные там моменты, соревновательные моменты, победы их поражения, они все запоминают. Для них это важно. То, что тренер им говорил, они четко впитываются, это в память их. Поэтому... А є якийсь літопис от, оцих всіх зв'язків, от, їх між собою, оцього ордену, про який я сказав? Ну, літопис – це наша книга. Угу. Це історія розвитку нашого віду спорту на Полтавщині. За скільки років? Та тут більше 50 років, мабуть. Я прийшов в 76-му році тренуватися, а Володимир Арсентійович Побережний тут... Его уже немає. Хороший тренер был, дуже організатор, но через его руки ребят прошло, спортсменов хороших. Вот. Он пришел в 62-м году, а до него был еще тренер, который работал и подготовил хорошую плеяду ребят, мощную плеяду. Вот. И были чемпионы Европы, чемпионы Союза, призеры Союза в дальнейшем стали. Но он долго не поработал, трагически ушел из жизни. Вот. То есть история именно греко-римской борьбы, она большая. Но здесь не только Полтава, здесь в Кременчуге тоже много спортсменов хороших было. В Лубнах было, вот. В Решетиловке было много хороших спортсменов. Потом приехал вот, буквально лет... 15-20 назад тренер с Дружковки вот, в Миргород тоже организовал секцию. Там, скажем, тоже хорошие ребята. И призеры Европы, и Украины, чемпионы есть. Вот, то есть борьба много о борьбе, ну, можно говорить. И вот. та история, которая прошла, она прошла не просто так. Есть что вспомнить, есть чем гордиться, есть на кого равняться. Ну от історія, от ви кажете, історія. Історія – це якийсь розвиток, чи це просто взаємини між людьми? Як її представити? От історія полтавської боротьби, як її, як зрозуміти? Это развитие и обезобщение. Какое развитие может быть? Развитие борьбы, это в первую очередь это общение. Это общение друг с другом, общение с тренером, общение с учениками. Вот, это дружба, это, ну, это все. Я же говорю, это единомышленник, это люди, которые мыслят примерно одинаково. То есть они живут, вот кто занимается борьбой, кто ходит примерно. Эти люди все мыслят в одном направлении. Ну, я скажу, они любят борьбу, а о борьбе много можно говорить. Понимаете? Вот. Ну, тут же ж немає каких-то досягнень. Там було, наприклад, там 10 сантиметрів, стало там метр. Ну, які-то от такі фізичні досягнення. Тобто історія – це не те, що досягнення якихось таких фізичних результатів. Це просто, ну, а в борьбі, які в боротьбі можуть бути от такі, такого плану досягнення фізичні? Фізичні? Ну, наприклад, нові прийоми якісь придумані. А соревнования? Ну, діло в тому, що прийоми, трошки борьба і правила міняються. И трошки изменяются приемы, техника другая становится. Не та, что было, допустим, там в 60-х годах. Борьба поменялась. То есть правила, да? Да, правила меняются, трошки борьба другая. Вот.
Допустим, если раньше могли бороться борцы полдня, то сейчас она стала более темповая, и сроки сжатые. Два периода по 3 минуты, это взрослые борются. Вот за 3 минуты надо проявить максимально, сконцентрироваться, провести прием, обыграть тактически, физически, для того, чтобы стать победителем. То есть стала она намного скоростная, намного темповая борьба. И ну от як світ, як даже... світ змінюється, так і боротьба з разом з світом. Ну, через історію боротьби можна прослідкувати взагалі, як світ розвивався. Да, да, да. Если раньше я даже вот тренировался, такой экипировки не было, як сейчас. Вот сейчас такие борцовки, ребята, вот малыши уже ходят в Адидасе, в Асиксах, а мы в обыкновенных борцовках простых, и то не у каждого они были. А сейчас, пожалуйста, это все доступно в магазине, есть. Вот. То есть и залы были тоже, помню, тут вытрушивали покрышки, такая байховая была. Неделя проходит, там пылюки сколько, опять вытрушил. А сейчас такие ковры красивые, пыли нету, все. Вот. Так что есть и водичка, покупаться можно после тренировки. Ну, в плане там досягнений. Ну, ми ж не можемо поміряти, які досягнення раніше були і зараз. Тому но, що це ж не штанга, що там тому, підняли що, там більше. Діло в тому, що зараз в олімпійських видах спорту досягти великих результатів дуже складно. На світову арену вийшло багато стран, які розвивають свій вид спорту. Вкладають гроші, государство і... желающих много заниматься. Вот именно в мусульманских странах очень любят борьбу. На Кавказе очень любят борьбу. У них это традиционно, они просто все идут на борьбу. Они любят борьбу. У них в каждом чуть ли не ауле построены спортзалы борцовские. А у нас за последние 50 лет ни одного зала борцовского не построено. Вот. Для того, чтобы больших результатов достичь, надо, чтобы государство думала об этом, чтобы дети шли и в современных залах тренировались. Вот, а тренер то, что может, он делает все на 100%. Может, но не каждый, но каждый старается, и каждый бы хотел подготовить спортсмена классного. Ну, от, не всегда он в таких условиях. Вы кажете, что там на Кавказе там больше любят борьбу. У нас тоже любят борьбу. А, у нас тоже, у нас да? тоже любят борьбу. Просто, я говорю, там на государственном уровне она немножко по-другому подход. Если у нас в государстве Украина больше футболу отдают предпочтение, то на Кавказе там больше строится спортзалов борцовских. То есть, где больше будет развиваться та сторона вида спорта, туда будут идти, понимаете? Вот. От ви носій філософії боротьби, носій все своє життя, ви з цією філософією йдете. Ви можете якось розказати про те, як, ну, якісь ситуації, як воно проявляється от в житті? От, наприклад, аби ви займалися там важкою атлетикою, це, можливо, проявлялось інакше. Тут ну, боротьба. Звісно, коли ти приходиш і вдома розговори о боротьбі і розговори, где бы там ни было, бывает компания такая, ну, неинтересно, они что-то там, бывает иногда и устаешь об этом. Когда я пришел в секцию, конечно, пришел я в 76-м году, работал в Васильковске, Виталий Викторович, молодой тренер, вот мы с ним познакомились, он принял меня в секцию, и я скажу, я рад, что к нему попал, вот насколько человек внимательный был, насколько любил вид спорта этот, и привел мне любовь к этому виду спорта, вот то я с удовольствием, все зависит от личности, от тренера. Как тренер поведет себя, так ты и будешь дальше идти. Вот как бы это было направляющий вектор в моей жизни, скажем так. Вот. Поэтому и мои все кумовья, борцы, друзья мои, борцы. Вы с ними боретесь? За столом. То есть сын тоже борьбой занимался.
мастер спорта, и успехи были, скажем, такие хорошие. Ну, специальность трошки другая, но все равно это в жизни помогло. То есть по жизни как-то все время с борцами находишься, все время вот этот дух, без которого ты просто жить не можешь. Ну, какие-то там экстремальные ситуации. Кто же без экстремальных? В молодости по-разному бывало. Бывало, надо было доказать все-таки, что ты борец, а не балерина или шахматист, понимаете? То есть были разные моменты, так что потом, конечно, уважают и друзьями некоторые становятся. Ну, з того, що ви сказали, оце орденський оцей дух, ви ж його проносили, то, да, напевно, що справа ж не в силі, не в тому, що ти застосовуєш цю боротьбу, а то, що ти можеш застосувати її. Тобто це бронепоїзд, який стоїть на запасному путі. Ну, звісно, звісно, так. Да. Ну, він поки стоїть на запасному путі. Я сподіваюся, хай він ще стоїть багато років. Хай лучше буде мир, пускай буде лучше тиша, чим війна. К сожалению, зараз наші борці пішли в 2014 году. Мої ученики, і є, які пішли і не прийшли оттуда. Вот, некоторые контузии получили. То есть, опять же, ребята, випало на їхню долю ще испытания эти, вызов. От этого всего, що происходит і до сих пор на Донбасі. Так не должно було бути. Ніхто не думав, що наші сусіди, наші браття, скажем так, будуть у нас целиться. Вот. То есть, опять же, по-разному в жизни буває. І хочеться, щоб бронепоезд этот стояв на запасному пути, а не. Ну, надеемся, что все-таки это все пройдет, и будет мир, и мы перекуем мечи на оралы. И будем не автоматы в руках держать, будут ребята, а будут государство расстраивать, делать хорошее что-то. Вот. Вот это так.